Дорога в будущее. В Нидерландах появилась самая длинная в мире велодорожка из солнечных панелей. Ее длина 330 метров. Находится в городке Мартенсдейк провинции Утрехт. Теперь велопоездки можно сочетать с выработкой экологически чистой энергии. Первыми по велодорожке проехались ученики местной школы. Это полезнее для окружающей среды. Лучше солнечные панели на велосипедной дорожке, чем ветряные мельницы. Ветряные мельницы другие. Птицы врезаются в них и погибают. Дорога состоит из нескольких слоев. Сначала бетон, затем солнечные панели, а сверху тонкое прозрачное защитное покрытие. Оно пропускает солнечный свет. Создатели экотрассы говорят, что такие панели почти такие же эффективные, как те, что устанавливают на крышах зданий. Примерно 75% от того, что получается с крыши. Так что довольно много. Это плоская поверхность. Есть стеклянные конструкции, но тем не менее мы можем производить 75% солнечной энергии по сравнению с крышей. Подобные велодорожки уже существуют в Нидерландах. Их разработчики хотят показать, что для выработки чистой энергии не нужно дополнительного места. У нас густонаселенная провинция, где мало места. Поэтому нам важно максимально использовать существующее пространство. Так что если есть возможность использовать дорогу для выработки энергии, это будет двойным преимуществом. Этот проект воплощают в жизнь в рамках более широкой климатической инициативы ЕС. К 2030 году блок планирует снизить выбросы СО2 на 55% по сравнению с показателями 1990-го.